ресторане «Славянский рай» 7 декабря 2014 года прошел восточный фестиваль «Belly Dance Art. Зима в движении». В сегодняшнем концерте участвовали разные коллективы со всего города Саратова. Эти коллективы были как начинающими, так и профессиональными. Также у нас была очень классная гостья с города Астрахань, Олеся Ефремова, преподаватель Элат фестиваля в Израиле, чемпионка многочисленных конкурсов и просто красивая девушка. Мы проводим его ежегодно. Никогда не бойтесь. Приходите в зал, приходите в занятия. Занимайтесь танцем живота, занимайтесь belly dance'ом, и вы увидите результат. Сказать вам большое, огромное спасибо вам за выступление. Я вас всех очень люблю.